Про что сдаем? Про дружбу народов. Поехали. А я за мир. За мир на всей земле. За дружбу, за любовь, за веру в Бога. За то, чтобы угощение на столе, а за столом родных и близких много. А я за радость добрых детских глаз. В них часто нашей нежности нехватка. За то, чтоб жили счастливо сейчас и не давали государству взятки. А я за справедливость без войны. За то, чтобы мы могли договориться. Так, а теперь расскажи мне про мордовский народ. Обращаю внимание, да, Дмитрий Николаевич у нас оттуда. Мордовский народ, это мордовия, которые живут в республике Мордовия. Это какой народ? Как его называют еще? Финно-угорский. Финно-угорский, правильно. Столица Мордовии какая? Саранск, город Саранск. Угу. Что ты еще можешь сказать? То, что Мордовия разделена на два субкультурных этноса. Это Эльзя и Мокша. Я понял. Так, и какой у них общий принятый язык в Мордве считается? Ну, русский. Правильно. Все, молодец, 5.